Вкратце суть дела в следующем. Петрозаводский мясокомбинат получил из федерального бюджета льготный кредит на приобретение сырья у местных товаропроизводителей. И таким образом их поддержку. Всего 2 миллиона рублей. Деньги были заплачены зверосовхозу «Пряжинский», от которого получено сырье. Когда же управление федерального казначейства взялось проверить расходование средств, выяснилось, что вся продукция, полученная мясокомбинатом через зверосовхоз «Пряжинский», импортного производства. То есть фактически российский федеральный бюджет прокредитовал европейских и американских фермеров.